Не, у меня это не сбивайка. Нужно бежать на 50 метров и включить, если не включается. Ну, вообще третья аура должна быть еще у кого-то. Ну пусть третий, Сайн Эвен потом. Сакру даст. Где там малефицист? Шри рыбу. Аспект отрубите. Дыхание первое на 30 секундах примерно начинается. Так к этому времени постарайтесь там. Не знаю, нахуй. Короче, спека себе в ДЦ. Мне похуй на этого холи приста. Он вздыхает как бич, нахуй. Вообще залупа полная. Вот так щиты будут лучше, быстрее навешиваться. Давайте разделим так. Значит, не люблю щитуешь первую и вторую пати. А бисер пятую и четвертую. А вот эта центральная, которая посередине, там с танком, двумя локами, это считайте уже на остатке. Вот. Думаю, так получше будет. Живучесть получше, ДЦ с маной получше. Намного охуеннее будет. И двое зубов вообще еще охуеннее будет. Если вдруг в любой непонятной ситуации, по себе зубы и считайте дальше рейд. Так быстрее щиты будут вешаться, у вас ротация проще. Чек на пол. Так и здесь, да. Щиты, молитва восстановления, исповедь. Щиты, молитва восстановления, исповедь. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Дыхание пару секунд будет, готовимся. Дыхание, защитовываемся. О, другая живучесть совсем. Ну, не люблю сдох почему-то. Убегаем с черной лужи. Бэра нету. Играем в 5 хилов дальше. Блять, хуёво, конечно. А у него саппорт был вообще? Да, я под саппортом. Я не знаю. На луже убила, да. А, да, черный пол, ты, наверное, с него не выходил. Уже убила, да. Все, падаем, выходим с комнаты, Геры не было. Выбегаем. Все, можно вопрос, все паладины взяли темную? Да. А хилить как вы будете? Вам каст не пушбэчит? Нормально все? Все, окей. Там переключить можно. Ну, вообще, одного оставьте хотя бы. Третья аура должна обязательно стоять. Не знаю, в чем у вас проблема. Пускай он на вене стоит. Выйдите быстрее там. Уберите петов, тотемы. Кто первый мадает? Первый Бурибай. На второе дыхание твой. Ну а потом уже последняя фаза будет там уже чисто. Ну я не знаю, нахуй. Этот. Давай посмотрим, как не люблю сдох смерти. Наверное, он действительно сдох от лужи, потому уже ничего не спасет. Так, полученный урон. Так, 3000, 3000 это дыхание. Ну вот, 17 тысяч. Тьма вырывающаяся. Вырывающаяся тьма, вырывающаяся тьма. Два раза это лужа вот эта черная. Это лужа, да. 17 тысяч. Ну, наверное, саппорт не поможет против 17 тысяч. Конечно. Ладно, Синтек, на тебе квадрат. Смотрите на квадрат все, если кто-то не понимает, как выбегать из лужи. Она может быть либо сначала кружок под боссом, и потом увеличивается дальше, взрывается, потом исчезает, потом дальше. Либо далеко за боссом, вот с ворот, где мы заходим, там взрывается, потом ближе к нам взрывается, потом еще ближе, а потом уже под боссом кружок взрывается. С этой черной залупы надо выходить, иначе вы будете получать 20 тысяч урона. Так, поставить рыбу. Все, теперь мы раскрыли вайп приста. Теперь вайп прист уже не будет умирать, наверное. Наверное, первое дыхание наконец-то прохилим.
Синтек, ты в приоритете, работай по четвертой пати и по хилам. Это самые такие, которые могут сдохнуть. Маги не хилятся, считай, ханты не хилятся. И эти милики там как-то попроще живут, у них хп больше. Ну, я надеюсь, ты так и работал. Ну, да, но я хилю около меньше хп. Вот, типа, маги и шаманы, потому что у них вообще сыворотка. Ну, да. Скоро дыхание, мы готовимся. Так, с черной хуни вышли, теперь обратно зашли. Дыхание захиливаем. О! Вот так хорошо. Так, на меня там стан босс повешал. Вокруг меня немножко уешит. Скоро дыхание, готовимся. Сейчас прям приготовьтесь. Вот дыхание, захиливаемся. Хиливаем себя. Защитную стойку нажимаем. Ой, я не люблю, не сдохни. Но на хилы, чтобы не сдыхали. 53%, скоро фаза будет. С бубликом и 20, не забывай. Вот на меня эти пидоры идут, милики, осторожно. Сейчас я их похлопаю здесь. Милики, не, в лужу только не вставайте, в эту фиолетовую. Здесь видно. Так, все, похлопал, сейчас выйду. Так, что там? Ёбаный в рот. В милизоне там залейте, если что, эту хуйню. Проклятия появились, выбежали. То появилась шарарник и Вансет. Здесь в милизоне 3 бублика не будет. Я понял. Более-менее пойдет. Сферы под боссом заливайте. РДД, отойдите от сфер. Синтек, отойди от сфер. Но они дамажат же. Закиливаемся. Мы еще Геру не дали. Давайте Геру, да. Хилимся. Блять, не сдохните, главное, на дыхании. Концент уже сдох. Бублики вынесли. Бисер химисы, пацан на стресс. Все, с бубликов вышли, сейчас, чтобы вас захилили быстрее. Скоро погружение будет. Вы, сука, выйдите с бубликов. Равис, ты в бублике стоишь. Блять, ну тебя не захилят так. Погружение. Айновен, давай сейв. Выходим с бубликов. Гимн на хп даем. Блять, еле доживаем. С бубликов выйти, чтобы вас могли хилить. Сфер еще дохуя, блять. Пизда, сейчас просто сдохнем. Слишком долго по ДПС идем до сюда. Да, блять. Я не пойму, что с ДПС вообще не могу дамажить. Не знаю, ну у вас что? Буря божественная. Не знаю, может что-то забагалось у вас. А, ретрика мы с очень их немного сломали. Обещали починить на днях. Ну я что-то вижу по 7000. ДПС хуёвый. Еще со вчерашнего или позавчерашнего дня. Ну, пробуем еще. Ну, у нас прям очень-очень напряжно. Я надеюсь, вы понимаете с каждым вайпом, от чего вы дохнете и как выжить получше. Ну, еще там ремарочку такую сделал. Вансент. Вансента это уронили. Этот самый, вот когда вот этот каст погружения во мрак идет, если вы заходите в бублик и отдаете там бабл или зеленку, или глыбу, то через глыбу, через бабл и через зеленку это погружение оно убьет. Оно через эффекты невосприимчивости убивает. Вот, вам нужны именно модификаторы снижения урона, то есть в процентах. То есть незыбка, массакра, вот эта вся хуйня. И еще, давайте теперь так сделаем. У нас очень сильно проседает рейд перед погружением. Давайте сделаем так. Когда начинается каст погружения, не люблю дашь гимн ХП.
Ну, я постараюсь, в принципе, сказать, не знаю, получится, нет. Нужно фуловыми заходить в погружение. И когда из погружения выходим, то есть волна тьмы по полу прошла, выходим из бубликов, обязательно выйти, потому что если вы будете получать дебаф от бублика, там минус 80% хила, вы просто подохнете. Вот, смотрите, где вы стоите, чтобы у вас этого дебафа не было. Массакра есть какая-то? Да, одна. И это самое... И когда мы выйдем, бисер дашь на хп гимн, уже когда будем добивать самый последний гимн на хп. Ставлю рыбу. Должны зажимать этого босса мы. Собака пусть Ретрик все равно не дамажит, пусть он идет спекнется на вторую массакру. РБ, который. Что, вхапало, что ли? Не, просто бил себе сделать через эту хуйню. Да хуй знает. Да, блядь, еще ждать нахуй. Да нахуй надо. Ну... О, Брибай вроде это... есть, хапал. Нет? Да не, не надо. Это самое, не забывайте, в мили-зоне, милики, там сферы будут появляться. Их просто зауешьте, там, рассекающие, вон 4 вара, там, роги, вихрь, эти... Просто зауешьте, потому что они тебя уешат сферы. И еще, вот вы тоже РДДшники подыхаете. Синтек тоже вокруг сфер стоит. Вот возле него вот так две сферы стоят, ему похуй. Он стоит, кастует, нюхай не смотрит. Есть кто-то, кто... Вот отбегайте, ну, от сфер. Вот эти камни возьмите себе. У меня сакру есть, спек, если что. Да я не знаю, ну, блять. Ну, хочешь, спекнись, это самое. Дашь там на свое усмотрение. Танковский. Он не танковский, а рпаловский. Ну спекнись, если что, дашь там в конце на свое усмотрение. Смотрите, ну, там этого нет, эма нет. Дамаг наносит эти щупальца появляются, но они не заливаются, они просто стоят и дамажат. От них тоже подальше стойте метров на 15. И от сфер вот этих, которые крутятся с шадоу-болтами. От них надо отходить РДД, потому что, ну если вы будете их заливать вместо босса, мы не убьем босса. А милики под мили-зоной, там залейте. Потому что миликам надо и босса бить, как бы. Если их сферы будут сжирать, их просто не прохилят. Они не сдохнут все на дыхании. Там еще у многих саппорт кончается. У кого кончился там? Ну бой тут 3-4 минуты. У кого кончился обмен воином? Наверное. История готов? Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Ой, блядь. Зеленку не нажал, нахуй. Сейчас дыхание будет, готовьтесь. Милики, там защитную стойку нажмите. Из кружка сейчас выбежим. Вторка сдох. Ты кастуешь там похищение души в этот момент? Давай, ровистый рез и вторку. Сразу подожди дыхание, после дыхания встанешь. Резай Викторку. Вставай. Каску лапу пристабав. Дамаж. Так, эти гуси опять на меня идут. Милики, смотрите за боссом, там не бегайте. Дыхание пошло. Так, все, я сейчас выйду. Я сакру отдавал. Вот возле босса заливайте одну сферку вот эту. Я его сейчас подвести попытаюсь, чтобы вам поменьше урона было. И Билашу. Так, Геру ебашим. Проклятие, да, выносите. Вот, молодцы. На решетке хуёво, конечно. И вот сверки, которые в проклятии, они вас убьют. Просто убьют. Так, это дыхание хорошо еще прожили. Минус маг. Проклятие, вышли с решетки. Свято сдуваться. Выйдите с проклятием. Так, с бубликов вышли. Так, не люблю, готовься. Вышли с черной хуйню.
Не люблю встань в сейф-зону. Не люблю гимна ХП. Гимна ХП не люблю. А, он сдох нахуй, сука. И бисер, нахуй, все хилы подохли. Погружение заходим. Дал не зыбку. Так, выходим, бисер на ХП. Из бубликов выйти, бублики. Это. Ну, пробуем, пытаемся. В принципе, что там, 4 ляма должны добить живых, прилично людей. Ой, сейчас хильтесь, прожимайтесь, вот это вот, этот, как он называется, дыхание. Вот тут массакра брарника пригодилась. 2 ляма. В принципе, сейвы там какие-то есть, сейчас что-то постараюсь поддавать. Бублик. Велик, я, короче, хуёво там встал вообще. 3%, 2%. Да, 200 тысяч добьете, я думаю. Да, успеем. Да. Еле-еле на коляске. Такой тяжкий босс. Так, ну, посмотрим. Залупа. Жезл, какая-то кожа, какие-то латы. Причем нахапало, блядь. А навен, тебе надо эти латы? Да, конечно. Так, дальше что там? Жезл. Так, рольте жезл, кому надо. У кого хуёвые там жезлы. Так, Вихторка. Не, я вижу, люди много ролят. Отдай кому-нибудь другому следующему паролу. У меня. Да там похуй, там, блядь. Хуже. 6 интеллекта, нахуй разница. Так, Химеса тогда закину. Так, и это что у нас выпало тут? О, что-то классовое выпало. Так, кожа. Да, пусть забирает. Омоложение. Это кому надо? Кроме синтека. Рависту, да, нахила? Ну, если у него есть, я бы сел на хила. Тебе не надо, да, эту хуйню? Да, и тебе у меня есть. Ага. Заебись, благодарю. Ну и еще грудак второй, который на крит исцеление кому надо? На САУ. Слава расход или мы еще собаку тренем? А я вот не знаю, ну хотите, давайте тренем. Блять, времени немного на пару траев. Думаю, в смысле, придется, наверное, на другой день уже нормально ее траить. Сейчас времени кого на 2 трая. Ну, да, все равно 2 трая, а вдруг прокнет. Нет смысла. Да, блять, нет смысла. Ну, типа, ты видел, что было? Что по той тактике, что по этой. Короче, смотрите, еще раз. Такой. Я сколько вам, уже 3 или 4 недели это повторяю. Да, десятку можно, но у меня сейчас времени на десятку уже не хватает. Мне 15 минут всего лишь. Буду всем скачать, блядь. Короче, смотрите, на завтра я поставил Геру целка, но я даже не знаю, сколько туда людей придет. Давайте посмотрим, кто придет, там за приход ЕП будет. Если соберется, то ребро ебанем. Хоть разок увидите Геру. И это самое. Если не соберется, то десятки повожу. ТТГ, в первую очередь, сходим на стрессу, выбьем кристалл. Потом что. Давайте, может, это завтра тогда уже это... Гера отложим. Мне просто завтра не будет. Наверное, не получится. А, ну вот, ну тем более. Ну я посмотрю там по это. Может, и не пойдем. Короче, смотрите, Гера, либо десяточки. Ну, Геру тогда не пойдем. Ну, если прям нормальный состав, если дохуя людей зайдет, может, и сходим на ребро. Не знаю насчет леди, ну, может, и леди потравим. Короче, да, смотрите. ТТГ ЕП есть? За ТТГ сейчас и накину. Да, просто сюда сейчас есть, как раз там. Еще выходные, картошку всем копать. Да, суббота завтра, поэтому там делов до хера, поэтому я думаю, меня завтра, скорее всего, не будет. Ага. Вот, значит, завтра на стрессу выбьем кристалл, это уже стопудово один ему отдадем. Это, десяточки. Ну, я одну соберу, потом вторую. Или, если будет 20 людей, ну, прям много людей сразу, то вторую кто-то проверит, там, кто может. Все, ИП дал, на сегодня все. Малефицист, а я в нашу десятку пойду хэпалом или котом? Ну, чтобы знать завтра, пойти или нет. Котом. Я вообще сейчас хотел сходить.